Доброе утро, и мы находимся на контейнерной площадке Спасского питомника. И у меня в руках туя смарагд. Как говорится, сколько волка не корми, а он все равно. Ну, в общем, понятно, что клиенты с консультацией или без нее из туй чаще всего выбирают смарагд. Не просто чаще, а, наверное, в 99% случаев. Так вот, их есть у нас в Спасском питомнике. Сейчас в наличии есть около 5-6 тысяч. И это прекрасное предложение ценовое, потому что розница ее на данный момент 80 гривен. Я хочу обратить внимание, что это 3-литровый, а не 2-литровый контейнер, то есть перспектива еще находиться в этом контейнере. И также, конечно, как всегда, все наши растения для садовых центров поставляются с миниматами от сорняка. Средняя высота туи 60-65 сантиметров. Все в одинаковом, отличном качестве. Все адаптировано, понятно, потому что это наш продукт. Самая зелененькая туя смарагд по 80 гривен в Спасском питомнике. 3-литровый контейнер. Это последний сезон. В следующем году они перекочуют в более крупный контейнер. Ждем ваших заказов на spsad.com.ua. Ждем вас в Спасском питомнике. Внимание, садовые центры, налетай. Пока!